Расследование уголовного дела в отношении Сергея Натарова завершено. Бывший вице-спикер ЗАГС Собрания обвиняется по 4 статьям. Среди них растрата и легализация преступных денег. По версии прокуратуры, Натаров вместе со своим сыном – члены организованной группы. В нее вошли и руководители муниципального учреждения «Энергопром», а также местные предприниматели. В игарке выделяли деньги на поставку товаров. Злоумышленники завышали их стоимость и выводили деньги через подставные фирмы. В итоге они присвоили больше 100 миллионов рублей. Дело передано в суд.